В эти дни пользователей Казнета восхитил петропавловский полицейский Мирас Ерденов. Спасает от голода домашних животных, которые остались одни после паводков. Судя по этим кадрам, кошки и собаки уже принимают Мираса за своего и не пугаются. Напротив, охотно принимают из его рук еду. Полицейский патрулировал районы, в которых пустуют после наводнения дома. Люди в спешке покинули жилье, и не все смогли увезти с собой питомцев. Потому страж порядка просто не может проходить мимо животных. Пойдем поешь. С детства отношусь дружелюбно к животным, к питомцам. Не назвал бы добрым сердцем и добрым поступком. Я считаю, что это вполне обычный простой поступок. Какого бы чрезвычайного, не чрезвычайного положения не было в области, да, или в населенном пункте, ну или где бы каких-то паводковых мероприятий не было, я считаю, что человеческое отношение как к людям, так и к животным никто никогда не отменял.